Вот. Получается так, что мне, по-русски говоря, заказали, каким образом? Трое человек подошло к офису и начало буйно себя вести. Я их попросил вести себя потише, потому что здесь живут соседи, вот, старики и дети. На что они мне, скажем так, в мягкой матной форме порекомендовали выйти и пообщаться с ними. Мол, кому ты обращаешься? Я говорю, обращаюсь к вам. Мы что хотим, то и делаем, как хотим, так и орем. Я говорю, вы понимаете, одно дело вы просто орете, а другое дело вас слышит весь двор. В итоге получается так, что они уходили, возвращались три раза. С угрозами то, что они разнесут офис и так далее. Офис где расположен? Офис расположен на Комсомольской 34/38. Офис 59. Что самое интересное, это двор прокуратуры города Саратова. Вот. Спровоцировали драку таким образом, что получается, я получаю сотрясение. Ну, у меня сломан еще череп был, здесь, значит, суставы повреждены. Вот. Первым делом, значит, и оставили там документы, то есть таким образом, что, скажем так, запалили свои личности. Я вызвал, естественно, скорую. После того, как скорая, скажем так, засвидетельствовала факт, приехали товарищи из милиции. Вот, посмотрели, там, значит, очень много было разнесено. Чего? Я поехал в УСМО. Это который, да, находится на Шелковичной. После этого, естественно, лег в больницу. Вот. Получается так, что тот следователь, который был, первоначально Маган, я по-человечески с ним поговорил и сказал, слушай, сделай все, что возможно, чтобы добиться правды. Ты понимаешь? Если нужно, я говорю, я знаю, то, что система коррумпированная. Прямо в цвет сказал, говорю, если нужно, я готов заплатить даже денег, только сделай это честно. Ну, чтобы делать для себя. Да, да. Получается так, что он берет и на определенном этапе, говорит, я не в состоянии этим заниматься, Володя. Берет, переводится вообще в инвиз. Понимаешь, да? Подальше. Понимаете, да. Вот. Подальше от этого всего хозяйства. Вот. И, значит, с таким трепетным голосом, звонком, говорит, ну, ты понимаешь, что я сделал все, что возможно? Типа, ну, ты понимаешь, что я все сделал, что все возможно, а дальше как бы от меня ничего не зависит, я даже перевелся вообще в другой город. Я говорю, я тебя понимаю. Получается так, что новый следователь попытался затянуть, скажем так, процесс дознавания и выяснения вот этих вот всех причин, обстоятельств дела. Все это дело растянулось первоначально, и когда обратился туда, мне сказали, что будут дело рассматривать, ну, максимум полтора месяца. То есть вместе с судом 2-3 месяца, это вообще прям за край. Я посмеялся, я говорю, слушайте, я предчувствую, я говорю, по-моему, что-то порядка года, я говорю, потому что мне кажется, что меня заказали. Ой, да брось туда-сюда, такого быть не может. Вот. Получается так, что это произошло 13 декабря 2017 года. Сейчас у нас 19-й год. То есть это уже больше, чем получается год. Это у нас уже получается год и там 3-4 месяца, представляете? Каким образом происходит? Значит, этот дознаватель или следователь уходит в отпуск. Тот адвокат, который я нанял, его покупает, он уходит в отпуск. Вот этот вот дознаватель в СМО показательно пьет чаи по полтора, по два часа. Просто, да? Ну, то есть, до смешного. Я сижу в кабинете. Система знакома, поэтому. Ну, да, я сижу как бы в коридоре, я говорю, а когда мне смотрят? Сидите, ожидайте. Ожидайте, сейчас мы у тебя осмотрим. Я к нему ездил раз шесть, наверное, по разным надуманным причинам. Нужно было то это, то то, то они не могли найти документ, то еще что-то. Вот. Он, значит, в отпуск ушел. После этого передают, это у нас, получается, Ефимкин, мой адвокат. Тишкин, это, получается, СМО. И, получается, передают, как же его? Сейчас уже не вспомню. Фамилия судьи-то. Не столь суть. И отдают судье, получается, в суд это дело. И таким образом судебное разбирательство происходит. Что, еще должен сказать, должны быть... Документ есть? Что? Документ есть. А у меня здесь в телефоне. Я там паспорт снял, потом покажу. Решение суда. Нет, с собой нет. У меня здесь просто еще медицинские документы, а потом покажу. Тут целая история. Получается так, что меня там до больницы довели, и превышенный билирубин был, и у меня вот эти вот язвы пошли по телу и так далее. Все сейчас поэтапно расскажу. Получается так, что довели до суда.
из тех трех раз, которые не явились виновные в избиении, ни один раз из прокуроров не явился. Потом было заседание суда, куда снова не явился прокурор. Меня допросили как потерпевшего. И после этого получается так, что дело завернули. Каким образом? За такой причиной, как я понимаю, что я не явился в суд. Угу. Хотя вроде меня как бы оповестили, понимаете? Я звоню адвокату, спрашиваю, что же за фигня такая происходит. Я не в курсе ничего, понимаете, да? Угу. Я нанимаю другого адвоката. Ну, просто на уровне того, что просто почувствовал, какая-то фигня уже долго. Это угу. должно было быть угу. там 21 числа, я не помню, января, по-моему, что ли. Вот. То есть получается так, что допросили потерпевшего первым. Угу. И на этом завершили судебное разбирательство вообще. То есть уникальная вообще ситуация. Я нанимаю нового адвоката, он сейчас по новой занимается. Получается так, что тоже, скажем так, на жаргоне, если сказать, начинает моросить mm-hmm. или мариновать. По-русски говорят, ну я вот решаю, но мне вот сейчас вот нужно еще время, вот давай еще встретимся. Вот. Значит, получается так, что те ребята, которые пользуются вот этой вот техникой, поставили мне такие условия, что я должен отказаться от судебного разбирательства, угу. я должен продать или передать им офис и уехать из двора областной прокуратуры. А, получается так, что в процессе разговоров, а занимаются терроризмом, они уже харассментом, наверное, но на протяжении... Я здесь взял бумажечку, чтобы вы поняли, что за это время я пережил, потому что это действительно сложно поверить, в это действительно нужно, скажем так, погружаться серьезно, нужно делать целый анализ этой ситуации, привлекать, наверное, какие-то спецслужбы. Если что, я готов сдать анализы крови, я готов пройти врачей всех, уже тут достаточно прошел. Получается, ну что можно людям предъявить? То есть тем из троих нападавших по делу получается от 5 до 7 лет за то, что они их было трое. Группа лиц. Да, группа лиц. От 5 до 7 лет заключения. Тот человек, который больше всего нанес ударов, у него есть справочка, что он сумасшедший. Скажите, а когда судебно-медицинское свидетельство проходили, вред здоровья какого причиняли? Там написано было, что легкий. Легкий? Да. А почему? А вот таким вот образом, неизвестно. Я сказал что судье, что нужно будет повторное угу. значит, проведение экспертизы, и после этого суд завернули. Значит, получается так, что если судья таким образом завернул, адвокат завернул, СМО, специалист куплен, плюс еще и товарищ милиционер, судя по всему, как мне объяснили, что дело заказали, проговорились, что дело заказал бывший прокурор и, насколько я понял, бывшая, ну, по-моему, ВД, города Саратова. Я не знаю, врали или нет, они подходили таким образом, пытались диалогом угрожать. Вот. Значит, что грозит этим людям? Вторжение в личную жизнь, угрожали расправой мне, делали, по-русски говоря, харассмент, склонение к самоубийству, провоцирование на убийство. Ну, если хочешь, давай, разберемся там, чуть ли не ножа. Вот. Нанесли непоправимый ущерб здоровью. Я сейчас все диагнозы перечислю. Ну, естественно, там моральный ущерб, что... То есть там несколько статей, что вплоть до пожизненного этой преступной организованной, скажем так, группе. Из тех диагнозов, которые мне за это время поставили в больницах. Дисгидроз, то есть это когда идет испарение влаги, ну вот мне, допустим, видно по язвам. Угу. Вот. Нейродермит диффузный, это то же самое, значит, да. язвы на основе угу. нервов. Билирубин, у меня получается так, что билирубин это... продукт распада крови, когда кровь, да, когда кровь, получается, должна вывести, этот распад должен вывести из организма, получается, вот этот мне билирубин превышен был в 4-5 раз. То есть я весь пожелтел, склеры желтые, я до сих пор как бы. Я чистил кровь, ездил, получается, один раз 600 грамм сдал, другой раз литра 200, чтобы почистить кровь, хотя бы билирубин вычистить. Вот, значит, дальше последствия. Испарение влаги с кожи. То есть и перхоть, и улучшение кожи. У меня на самом деле вот это вот все абсолютно по всему телу. Здесь вообще, то есть полный звездец, раздеваться не буду. Значит, проблемы с кишечником. Отмирание нервных окончаний, пониженная чувствительность.
То есть путем вот этих вот электромагнитных воздействий на меня оказывается такое давление, что, допустим, я могу выдергивать волосы, или, допустим, я получаю ушиб и не чувствую боли. Ну что? Да. Сниженный болевой порог? Да, получается, благодаря этому снижен болевой порог. Как я понимаю, почитав все в интернете о GSM-волнах, о микроволнах и прочих вещей, все это может закончиться вообще отмиранием белка в головном мозге и спинном мозге. Понимаете, то есть, ну и плюс, если этим заниматься круглосуточно, а занимаются они 24 часа. Знаешь, что интересно, да. Был клиент по Кировскому району, получается, он проживал у меня на 7 этаже, а на 8 этаже, получается, смежный, ну, проживал, ну, его сосед, получается, с которым они находились в таких, ну, как бы очень, ну, в контрах, да, но в открытую, не, как бы он не проявлял какого-то негатива, а делал все вот путем воздействия на вот чисто вот на таком уровне уже, да, вот, как у него все было, выглядело. Когда ко мне приходил клиент и рассказывал, Павел Андреевич, вот я прихожу домой, тут я не могу, такое ощущение, как будто на меня воздействует какое-то излучение. Вот то же самое. Я вот хожу по квартире, у меня как будто вот этот какой-то гул и вот такая тяжесть просто. Вот. Да, да, да. Знаешь, самое интересное, когда мы с ним начали работать, ну, сами понимаете, как бы наша деятельность связана с североадминистративным уголовным делом производства. Люди разные приходят, и проблемы тоже разные. И каждая проблема, как бы она не выглядела как-то, может быть, в современных реалиях недействительно, да, мы как бы должны к этому относиться достаточно, ну, если есть доказательства, то, соответственно, там и было место. Когда мы проводили проверки, да, совместно, ну, мы это все на контроле держали, потому что он лично обращался там, к участковому, к, там, в прокуратуру ходил, а ему сказали, иди отсюда. Вот. Когда так клиенту не могу сказать, почему? Потому что этот человек достаточно вменяемый и говорит, что Павел Андреевич, я это чувствую и понимаю, что я нормально, но это не могу передать. Сомнений не верить этому человеку у меня как бы тоже нет. И по итогу что получилось? В итоге, когда мы инициируем проверочные мероприятия, мы, соответственно, в рамках вот всех наших мероприятий заходили к этому соседу, кто живет на 7 этаже, это было, как говорится, застали его врасплох. Увидели, что у него, получается, в зале просто 14 микроволновых печей, направленные вниз, и он их, получается, каждый раз их включает на максимум. И все излучение какое-то от них идет, сконцентрировано, просто, ну, считайте, вот, понимаете, зал, там 14 микроволновых печей, и все просто шпарят вниз. А сами понимаете, вот это вот, все вот воздействие, оно через бетон, ты ему наплевать, он прям проходит и прям на клиента, соответственно, все это. Ну вот, получается, ну, так, что, да, получается так, что я находиться в офисе тоже не могу, потому что... А офис какая-то деятельность у вас? Нет, получается так, что когда я продал квартиру, мне нужно было некоторое время где-то пожить. Жить с родителями в своем возрасте, естественно, не могу. А получается так, что офис, в котором у нас была фирма, сейчас деятельность несет. Я решил переехать в офис на некоторое время, чтобы, как по-русски говорить... Вы арендуете или купите? Нет, это собственный офис, да, родители. Я решил там, как это по-русски говоря, перекантоваться, пожить. Вот. Поэтому там одну комнату оборудовал под жилые условия и как бы сейчас там проживаю. Вот. Действительно, вы рассказали ту историю, которая может иметь место. А теперь я вам расскажу, значит, что произошло. Пока, скажем так, на меня пытались излучать подобные вещи. Почему, значит, нужна была драка? Драка нужна была для того, чтобы ввести в меня специальное вещество, ферромагнитное. При этом у меня находится тоже татуировка, может быть, глупость или нет, она тоже, я потом поинтересовался, она тоже содержит ферромагнитную жидкость. То есть, скажем так, во мне находится то вещество, я готов сдать кровь. И если нужно, значит, проверить, я так понимаю, что эта жидкость может находиться ближе к спинному мозгу и голове, да. Получается так, что меня пытались взять анализ из спины, пункции мозга, я отказался. Судя по всему, хотели ввести это вещество, чтобы работало на 100%. Значит, что происходило? Происходили чудеса вообще невероятные. Когда я лег в больницу... То есть я подхожу к выключателю, выключаю выключатель, свет, и тухнет все крыло. Да, да, вызывают, под воздействием, да?
Возможно, да, возможно. То есть просто берет и перегорает рубильник. Это до смешного. Слушайте дальше. Ваня, сейчас можешь подойти? Да, да, да. Вот, получается так, что включил свет на даче, потухла вся дача, вот, рубильник и автомат не работают. Взялся за люстру Чижевского, что самое интересное, я вызвал НЭСК, независимую электросетевую компанию. Да. Вот, дело в том, что у меня отец заслуженный строитель России, Григорий Владимир Владимирович, он работал в правительстве замминистра строительства, вот, где-то, наверное, лет 8. Поэтому какие-то контакты остались, тем более я сам, то есть на какие-то должности занимал. Шел, скажем так, к карьере, не просто так видео скинул. Вот. И, значит, мне там ребята, я попробовал сделать таким образом, проверить офис на жучки и на прочие все вещи. Мне стало интересно, думаю, каким образом меня слушают и таким образом, что направляет звук. И на самом деле мы пришли к тому же, что, как вы и сказали, скорее всего, это соседи сверху. То есть это 65-я квартира, насколько я понимаю, возможно, даже целое крыло, я не знаю. Но, скорее всего, непосредственно, потому что люди там не спят круглые сутки и не дают спать мне. То есть я слышу там топот, шум какой-то и так далее. И при этом я... Случаем ничего не двигают там? Ну, бывают какие-то там движения, да. Да. Вот. Получается так, что они мне посоветовали... получается так, что мы, когда обследовали офис... Я говорю, а проверь теперь меня. Они подносят оборудование, получается так, что от спины до головного мозга, говорят, слушай, похоже так, что ты излучаешь GSM-сигнал. Я начинаю офигевать вообще-то это хозяйство. Они мне говорят, возьми люстру Чижевского, потому что так или иначе все в природе, да, и если посмотреть, это плюс и минус. И говорят, ты посмотришь вообще, каким образом на тебя это идет воздействие. Получается так, что я поставил люстру Чижевского, включаю, в розетку, берусь за люстру Чижевскую, чтобы передвинуть. И в этот момент у меня начинает искрить провод, который идет до модема. У меня есть видео, я все это дело хозяйство заснял. Получается, я додержался до того, пару раз подержал, что он вообще перегорел, этот провод, да. Музыкальный центр перестал работать, то есть его нужно там хлопнуть, шлепнуть, чтобы он как-то начал играть, потому что, судя по всему, там чип или какое-то, какое-то устройство там внутри... замыкает. Ноутбук периодически выключается. По моему ноутбуку лазили. Вот. А по телефону тоже пытались лазить. Там, то есть, ну, мне вообще достаточно интересно было все это хозяйство. Вот. Вапорайзер. Я бросил сигареты, перешел на вапорайзер. Начинаешь пользоваться вапорайзером, берешь его в руки, он начинает тухнет. Ну, то есть, до смешного. Автомобиль. В автомобиле еду. Автомобиль начинает барахлить, теперь я его не могу завести, сейчас второй раз поеду к электрику. То есть мать на меня смотрит, говорит, ты сумасшедший. Я говорю, мам, говорит, ты мне объясни, как я могу подойти к радио. Я подхожу, говорю, пап, встань. Он подходит, рукой, говорит, поводи перед антенной. Тишина. Я говорю, мам, подойди. Опять проводит рукой, тишина. Я подхожу, у меня начинают звуки, ты представляешь? Я говорю, ну вот объясни мне, говорит, похоже на сумасшедшего или нет. То же самое как бы с автомобилем. Ты проезжаешь, людям показываешь, и говоришь, слушай, я не понимаю, что вообще с твоей тачкой происходит. То же самое с вапорайзером. Я говорю, как это можно объяснить? Я беру в руки вещь, и она начинает, грубо говоря, искрить, она начинает барахлить. Ну, вот. Сейчас я, наверное, вам покажу ради интереса все это вживую. Вот. Значит, получается, Московская, по-моему, 56. Действительно, у нас идет... После Радищева какая у нас улица? Нет. По-моему, Соборная. Соборная. Да. Вот получается так, что Соборная Московская здесь находится милиция. Вот. А сам суд находится у нас в Ожске, я уже сказал, у Ротонды. А адвокат у меня был Ефимкин. Вот. Игорь. А сейчас, да. А сейчас Артем Калиниченко. Да. Вот, молодой парень. С того адвоката я пока с Игоря ничего не забрал, потому что новый адвокат сказал, что нужно сначала написать жалобу, что, значит, старый адвокат не исполняет там какие-то обязанности и так далее, а потом, значит, заберем документы. Он попросил сделать там ксерокопии и так далее. Теперь, за тем, что вроде у этого Артема очень много дел и так далее, мы не можем увидеться, но вот я думаю, на днях мы увидимся, посмотрим, что он скажет. Вот. А, значит, судя по всему, мне должны были действительно сюда хотя бы что-то куда-то прислать. Конечно. Никуда ничего не прислали. Ни на один адрес. То есть я указывал офис,
адрес и указывал, естественно, родители, да, родители, где прописан. По факту сейчас получается. Потому что когда я продал квартиру, я должен куда-то прописаться на время, правильно? Чтобы, ну, прописал сюда, естественно, туда тоже ничего не пришло. Вот. Естественно, никаких звонков тоже не было. Я вот сейчас жду как раз. Я же, сами понимаете, сам не юрист, я могу заниматься только в рамках обращения к юристу. Тем более такие здесь вещи происходят, что самостоятельно, как говорится, разобраться. Ты понимаешь, не очень тяжело работать с системой. Одному против системы очень тяжело идти. Потому что мы, когда, допустим, работаем с клиентами в рамках уголовных, административных, каких-либо дел такого характера, да, а здесь помимо задействующих надзорных инстанций, да, соответственно, которые должны участвовать в разрешении таких дел, да, достаточно таких вот сложных, да, и энергозатратных, соответственно, содействие с вышестоящими надзорными инстанциями, совокупность общественного резонанса, да, чтобы эта максимальная проблема, с которой мы с вами столкнемся, она была максимально отображена в рамках, допустим, уголовного дела, чтобы, во-первых, оно было максимально прозрачным, недопустимость какого-то воздействия со стороны каких-то там высших там инстанций, да, чтобы все было максимально прозрачно, доступно, именно и что преследует, да, именно законодательная уголовно-исполнительная система, да. Здесь все должно быть максимально прозрачно. Потому что в данном случае, просто уже неоднократно были такие прецеденты по работе, когда по каким-то либо конкретным уголовным делам, когда с одной стороны есть потерпевший, есть, да, соответственно, и подозреваемый, но, как говорится, подозреваемые сильные меры сего, да, грубо говоря, там по Балакову у нас был случай, там, грубо говоря, был сын там, начальника территориального отдела полиции, грубо говоря, да, вот сразу там дело мухоморилось, сразу ни ход никому ничего не давалось, да, он причинил там средний вред здоровью, да, сын начальник там, полиции, моему клиенту, а там просто все сходит с рук, дело вообще, как говорится, никак не движется, никак ничего, да, соответственно, и просто люди понимают, по Андреевич, но мы не сможем против них выстоять, потому что они, грубо говоря, там завтракают там с главой города, там обедают там с прокурором на ужин там или еще с кем-то, да, там все говорят, мы не можем там что сделать. Когда мы с ними начали работать, соблюдая, допустим, претензионный досудебный порядок, мы, соответственно, сконцентрировали уже надзорные инстанции, для чего нам, что нам это дало. Во-первых, мы вот эту прослойку по небратству, которая там есть, да, в области, мы ее, соответственно, все полностью сломали, потому что мы задействовали уже вышестоящие надзорные инстанции, областные инстанции, да, а там Москва у нас там также принимала участие, и те, кто там покрывал тех людей, от них просто отвернулись, просто ссылкой на то, что там, ребят, ну, свое кресло дороже, мы вам сейчас тут не сможем ничего помочь, потому что вами занимается уже надзорная инстанция. Если мы сейчас начнем вас защищать, да, соответственно, мы сами попадем под раздачу. Грубо говоря, потом уже человек привлекли уже к уголовной ответственности, понимаете? Потому что, исходя из резонанса, который мы сконцентрировали на этой деле, он помог нам действительно добиться справедливости. Что в наше время достаточно и очень сложно. В данном случае я вам рекомендую сейчас, если проводить какую-то претензионно-заявительную работу на основе 59-го федерального закона, именно соблюдая претензионно-заявительный порядок, да, подготовить уже пакет документов через описательную мотивировочную резолютивную часть, где мы с вами должны подробно в описательной части подробно изложить всю сложившуюся проблему, да, от начала до конца. Уже мотивировочно через депозитарную законодательную ссылку на уголовно-процессуальное законодательство, уголовный кодекс, нормативно-правовые акты, которые регламентируют порядок работы, уже установить контроль и надзор за нашим с вами делом, а в резолютивной части, соответственно, уже установить факты, что мы с вами хотим, да, оказание содействия, рассмотрение вашего уголовного дела и результата по этому уголовному делу с открытием, во-первых, также плюс ко всему, да, это открытие, допустим, по вновь открывшимся каким-либо обстоятельствам, да, соответственно, и так далее, так далее, так далее. Во-первых, установление контроля, да, соответственно, мотивировочного решения по данному делу, да, привлечение к уголовной ответственности, да, лиц, причастных, да, к причинению вам вреда здоровью, опять-таки, то, что вам сказали, там, легкий вред здоровью или вообще нет вреда здоровью, я это глубоко сомневаюсь. Соответственно, здесь также, грубо говоря, провести, соответственно, медицинское, да, освидетельствование, которое покажет реальный вред здоровья, исходя из ваших уже документов медицинского характера. Соответственно, это те этапы, которые нам всем необходимо будет проводить.
Поэтому при подаче вами документов, соответственно, вы должны будете работать главным, в первую очередь, главным управлением Министерства внутренних дел по Саратову и Саратовской области, плюс как надзорное, соответственно, Министерство внутренних дел Российской Федерации, плюс ко всему к этому работать со Следственным комитетом Следственного управления, плюс работа обязательно с прокуратурой района, прокуратурой по Саратовской области, как вышестоящая надзорная инстанция. Помимо этого еще отдел собственной безопасности при ГУВД, опять-таки, да, МВД России, нужно всю эту работу проводить, потому что именно этот орган будет отвечать именно за соблюдение законности в отношении вас, да, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс Генеральная прокуратура, когда также нужно здесь ее привлекать. Соответственно, если вы работаете по такому алгоритму, как мы с своими клиентами работаем, то здесь мы с вами достигаем положительного результата. Соответственно, здесь это, во-первых, установление контроля, да, соответственно, если мы видим, что лица уполномочены для проведения каких-либо работ, соответственно, специально тормозят наше с вами дело, да, то, соответственно, их уже отстраняют от занимаемой должности. Соответственно, этим будут заниматься уже другие лица, понимаете, другие лица будут заниматься. Ну, судя по тому, что, ну, скажем так, я сказал, что все участники побывали в отпусках, при этом брали последовательно, то есть отпуск... Неделя прошла, другая, сразу, оп, отпуск, опять снова отпуск, снова бах, снова отпуск. Прокуроры, как я говорю, ни разу даже как бы не виделись, я их даже в глаза не видел. Потом мне приходят ребята и опять угрожают, что они из органов, на самом деле, понимаете, да? То есть все это дело до смешного. А так я понимаю, что я живу во дворе областной прокуратуры, может быть, им как раз и не понравилось, что я разгонял там, по сути дела, там очень много ходило пьяных. Вот, и в то время там как раз построили вот эту проспектную зону. И там все начали включать сабвуферы, начали прибухивать, как по-русски говоря. В каждом дворе там началась вечеринка. Да, я не мог, по-русски говоря, высыпаться. Я ходил и всех ребят разгонял. И, возможно, решили, я не знаю, каким-то образом, может быть, мне отомстить. Подумали, что я на самом деле дебошир. И вот таким вот образом наняли их этих ребят и завернули все. Вот, смотри, Павел Ильич, я вам сейчас рекомендую, если... проводить какую-то, допустим, претензионную независимую работу, работать вот именно в этом направлении путем подачи документов, как в досудебном, да, и в судебном порядке. Поэтапно, по шагам, что нужно? Конечно, вот именно по шагам, соответственно, сейчас нужно, необходимо подготовить пакет документов, вот через на основании 59. Какой идеально. Пакет документов конкретно? Ну вот смотрите, здесь, грубо говоря, у нас с вами все должно быть здесь. Где-то на бумаге есть у вас? Ну это у нас как образцы, они, соответственно, допустим, из прокуратуры Октябрьского района. Допустим, это документ на основе 59-го федерального закона составленный, да, который необходим вам также для составления. Что-то я могу взять? Нет, это интеллектуальный собственность, это как бы образец. Понял, то есть мне с этим должен помочь юрист, на самом деле? Ну, вообще, да. А кто, допустим, если не могу доверять, допустим, своему юристу, я могу сделать это у вас здесь? Составить. Я, собственно, этим и занимаюсь. Все. Все великолепно. Вот, поэтому здесь вам, давайте я вам объясню. Смотрите, здесь что касаемо наличия юридической дикции, соответственно, мы с вами указываем адрес, куда отправляем, да, соответственно, от кого, то есть от вас. Соответственно, заявление об оказании содействия, мы с вами используем нормативную законодательную составляющую, да, согласно закону прокуратуры, да, на основании чего будут проводиться, во-первых, проверочные мероприятия не только прокуратуры области, но и, соответственно, генпрокуратуры. Соответственно, ваша описательная часть, это та ситуационная составляющая, которая мне необходима, которую, чтобы вы мне изложили на бумаге. Или, если удобно, компьютер есть у вас? Да. Либо на компьютере. Соответственно, чтобы вы мне полностью всю эту составляющую от начала до конца напечатали, грубо говоря, отправили мне на электронную почту. Что происходило? Да, от начала до конца. Соответственно, чтобы я это все преобразовал уже в юридическую дикцию, соответственно, да, путем уже внедрения ее уже в документ. После чего, соответственно, ссылки уже на депозитарную законодательную часть, я, соответственно, все это уже преобразую в юридический документ, да, и, соответственно, мы уже в последующем выставляем уже определенный ряд требований, которые мы с вами хотим, да, все ссылки на законодательную составляю, чтобы именно инициировать те работы, которые вам с вами необходимы, чтобы именно ставить контроль. Это необходимо делать. И плюс ко всему к этому в резолютивной части, сейчас вам покажу, ну, соответственно, в резолютивной части то, что мы с вами, да, хотим. Да, установление контроля, рассмотрение вашего заявления, подача в вышестоящий надзорный орган и, соответственно, решение этой проблемы вот от начала до конца. Собственно, вот этим я рекомендую вам заниматься. Почему? Потому что, ну, если было уголовное дело, оно похерилось, ну, достаточно странно. Вот у меня сейчас клиент с Балакова.
В отношении его возбудили уголовное дело, тоже мы с ним разговаривали, но тоже его обвиняют, ну, я считаю, необоснованно, но так как он никаких действий не производил самостоятельно, да, вот именно с адвокатом, что-то он не работал, он как-то все на самотек пустил, да, и у него уже был обвинительный приговор на руках. Ему прислали по почте, да, следственные действия были у него дома, там, по статье мошенничества. Когда мы с ним начали работать, сразу моментально следователь, ну, делается отвод следователя, дело каким-то образом теряется, дела нет. Мы во вторник идем к начальнику следственного отдела 6-го, ОП номер 6, а дела нет. Понимаете? Как только вмешались мы к адвокату, да, вот именно защищаемого клиента, сразу, нет, не дело, ничего нет. Понимаете? А вот если бы он оставил все как есть, я больше чем уверен, что втихаря, там, без него там все, как говорится, сделали бы, человек просто посадили. Понятно. Понимаете? Мы, соответственно, помогаем сейчас на данный момент, и мы это дело развалим. Мы его развалим, почему? Потому что там, ну, грубо говоря, все доказательства, они все очень косвенные. По шагам, получается, я сейчас готовлю в письменном варианте, что со мной происходило, потом после этого связываюсь с вами. Да? Мы, смотрите, можем сейчас у вас, может, мне сейчас предварительно составить информационное письмо, предварительно, да, чтобы уже сделать какой-то правовой анализ, да, с экспертным правовым отделом, уже начал какой-то, ну, грубо, набросок документов делать. Вы в это время, тут, там, сегодня, допустим, все это собираете. Дело в том, что я не сплю по несколько суток уже. 3 месяца. Ну. Несколько суток я не сплю, допустим, 2 суток. Угу. А потом сплю несколько часов. Допустим, по 4 часа. Сейчас сегодня чем будете заниматься? Ну, сейчас я хотел бы просто лечь уже спать, потому что у нас до критической точки дошли уже разговоры, до того, что я действительно готов был либо подниматься туда, устраивать дебош к соседям. Потому что, насколько я понял, там на самом деле несколько квартир участвуют в этом. Дело в том, что я объясню одну ситуацию. За то время, которое здесь происходило, это хозяйство, ну, элементарно наблюдая, я снова начал курить сигареты, выходя на лоджии, колоссальное количество скорых помощи приезжает. Да. То есть, если раньше я некоторое время назад жил, этого не было, то теперь там иногда через день, там, через там, 3-4 дня постоянно приезжают скорые помощи. То есть, я, насколько понимаю, это оборудование работает серьезно, и нагревает оно серьезно, и люди там страдают, а я... скорее всего. Да, и, судя по всему, там у людей тоже выключалось электричество, они начали ко мне, типа, обращаться. Это ты, наверное, там дебоширишь, потому что я начал на улице, говорю, вы что, херней занимаетесь там? Вот. И получается так, что я видел, что все это время частенько горел свет, получается, у нас второй этаж. 65-я квартира, 8-й, 9-й этаж, это у нас получается в том же самом подъезде. Элементарно можно проверить по электросчетчику. По счетчику, конечно. Потому что ты смотришь, судя по всему, это действительно 9-й этаж, потому что, если вы говорите, это куча микроволновок и так далее, какая-то аппаратура. Там по-разному, понимаете, это там были микроволновки. В других случаях, может быть, нечто другое. Да, ты просто походишь, проходишь... по... Какие-то экспериментальные там, аппараты, да, какие-то, да, знаете... Да. Это он по старинке делал, да, как говорится, 14 микроволновок. Сейчас, может быть, это все настолько уже, ну, допустим, ну, опять-таки, то есть, программы излучения, которые, да, вот есть они, соответственно, они, сами понимаете, они в последнее время делают, что компактнее, но при этом излучение гораздо больше. То, что помните раньше, компьютер, вот у меня сейчас нагревание идет такое, что я вот сейчас в данный момент сижу и чувствую, что у меня голова просто, по сути дела. Это, знаете, это из разряда 80-х компьютеры какие были, да, размером с комнату, а сейчас они могут быть размером вот уже, вот, пожалуйста, чем мне компьютер, понимаете? Ну, и получается так, что ты подходишь, просто элементарно смотришь, допустим, второй, третий, четвертый, пятый, шестой этаж, там, на втором, значит, то крыло, где находятся эти соседи, там закрыта дверь, увидеть ты не можешь эти счетчики. На третьем, четвертом, пятом, там, шестом, допустим, этаже и вверх, ты понимаешь, допустим, ну, там 42 тысячи накапало у людей. Понимаешь, с 8-й, 9-й этаж, там начинается уже 56, на 9-м уже 102 у целого крыла. Да, ты сидишь и думаешь, а каким же образом, что весь подъезд пользуется электричеством так, что у них выходит, допустим, я не знаю, там 42 тысячи, там, максимум там, ну, 36-42 тысячи. А целое крыло получается, понимаете, то есть я не знаю, каким-то образом, судя по всему, скупает. У всех там получается 102, 104, 108 тысяч. Понимаете? Почему я говорю, что это ОПГ?
То есть элементарно просто графируя все это дело, можно просто взять и сказать, слушайте, на каком основании. Дальше, у нас закон Яровой работает, они ковыряют у меня ноутбуки. И непосредственно, когда они сидят и угорают, направляют излучение, то есть я с ними, по-русски говоря, разговариваю. Вот, и они сидят, угорают, слушай, мы пасем твой компьютер, ты лошара конченый. Уматывай отсюда из города, тебе сделать нехер. Ну и дальше там с угрозами, с расправой и так далее. Элементарно, да, да, расскажу, элементарно. То есть сидят, говорят, сейчас выключу ноутбук. Херак, ноутбук выключается, понимаете. Не заходи там в интернет, не заходи это вот, понимаешь. Сидят, ну то есть указания делают, по-русски говоря. Заходишь на сайт, заходишь на сайт, типа как ВКонтакте. А у тебя, ну это как удаленное управление рабочего стола, как говорят. А у тебя с обратной стороны, так я был инвестором. Еще одно окошко, бах, всплывает биржа. И он говорит, слушай, я не могу, говорит, зайти к нему на биржу, потому что я не успеваю посмотреть Google идентификатор. То есть они бы пытались еще и на деньги, по-русски говоря, опустить. Вот. И все, и получается, я говорю, слушай, какого фига? Я захожу ВКонтакте, а у меня второе окошко, получается, и биржа. Я пытаюсь разобрать, что это происходит. Я уже все остатки денег, которые есть, с биржи снял, уже перевел себе на карту. Вот. Они пытались вмешаться в этот процесс. То есть даже элементарно с этот Google идентификатор мне приходилось смотреть и быстро закрывать. Потому что оно там проходит секунды, и все это дело обновляется. Поэтому сегодня я хотел бы просто отдохнуть. Я уже не могу находиться рядом с областной прокуратурой, потому что там я чувствую... Действительно, находится масса излучений. Вот, и они уже перешли на новую игру. Так, меня это сориентирует, Владимир Ильич. Мы с вами что, как, начинаем работу? Да, начинаем, естественно. Начинаем. Так,